Всем привет, с вами Битив Про, и сегодня я покажу вам, как падать, не получая урон в Minecraft Pocket Edition. Что ж, как видите, читов у меня нет. Вот давайте я вам докажу. Нет у меня никаких буков, ни слева, ни справа. Так, вот, сейчас я прыгну, должен умереть. Так, ну, сейчас второй раз, одна сердечко. Вы запомните. Все. Ну что ж, все. Вот такая высокая башня. Давайте приступим к такой хитрости. Ну что ж, смысл в том, что когда мы прыгаем, нам нужно быстро выйти в меню. Так, вот сейчас. Давайте. Прыгаем. Да, к сожалению, я не успел. Я вышел прямо перед самым меню. Как видите, у нас также осталось одно сердечко. Теперь осталось половина сердечки. Да, да, да. Так, все. Давайте повторим наш эксперимент. Ну, смысл уже, наверное, все поняли. Ну, просто вот показать. Вот прыгаем еще раз. Все. Мы успели выйти, но получим, да, половину урона. Мы получили урон в виде двух сердечек, но это мало, конечно. Вот. Давайте еще раз прыгнем. Так. Опять вышел, наверное, рано. Ну да, но на этот раз я получил меньше урона. Так. Ну, вот такой метод, точнее, такая хитрость, вот. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.